Добрый вечер. 11 января в Латвии будет солнечно и малооблачно. Температура воздуха в ночь на среду составит от 5 до 15 градусов ниже нуля. Днем ждем от минус 6 до минус 11. Ветер южного направления ночью составит от 4 до 9 метров в секунду. Днем его скорость сохранится, при этом порывами он достигнет 12-15 метров в секунду. Теперь о погоде в Риге. В столице завтра весь день будет ясная погода. Столбик термометра будет на отметке от 10 до 14 градусов мороза ночью. Днем ждем минус 7, минус 11. Скорость ветра днем составит от 6 до 12 метров в секунду. Ночью почти безветренно. Медицинский тип погоды завтра второй благоприятный. На этом у меня все. Всего доброго и до свидания.